Друзья, всем привет! Хочу поделиться с вами информацией о подаче документов, а именно о высшем образовании. Я подал высшее образование на малогацию в марте месяце. Заплатил 161 евро. Но вот на прошлой неделе, это у нас сегодня какое число? 14-е. На прошлой неделе пришло письмо, что не амалогацию нужно было, не на амалогацию нужно было подавать, а на эквиваленцию. Но когда я брал ситы, то есть ездил на консультации к Министерству образования, мне все говорили амалогация. А теперь получается, что эквиваленция. И я переподал на эквиваленцию. И хочу вас предупредить, если будет у вас, кто будет подавать юридическое образование, то подавайте сразу на эквиваленцию. Потому что вы только тратите время и деньги. Потому что переподача, и уже тогда было 161 евро, а сейчас уже 163 евро. Всем пока, всего хорошего.